Всем привет! Мне наконец-то пришла посылка из магазина Craft Shop. Вообще-то она должна была прийти еще летом, но почему-то задержалась. Поэтому она упакована в летнем стиле. Давайте распакуем ее. Сразу такая мини-открыточка. Давайте посмотрим, что тут. Вау, посмотрите, это большой набор с 8 обнимусем. И тут очень много. Во-первых, тут очень много разных конфет я вижу. 10 конфет. Ну и давайте уже перейдем к заказу. Тут, во-первых, подарки. Это закладочка с гусиком-обнимусиком. Вся посылка с гусиком-обнимусиком. Дальше вот такая вот брошка. Она с валеной шерстью. Тоже тут гусик бежит. И, наконец-то, сам заказ. Я заказала бумажную куколку в виде гусика-обнимусика. Еще тут идет одежда. Так как эта посылка в летнем стиле, то и упаковка летняя такая. Давайте распакуем. Кстати, мне очень нравится качество куколки. Давайте откроем ему одежду. Это вот такой вот беретик. Летний. И плюс еще наклеечка в подарок с таким облачком. Такой вот стикер. Посмотрите, какой красавчик получился. Как вам сюрприз-бокс? Напишите в комментариях. Ну и на этом заканчивается наше видео. Всем пока-пока.